Здравствуйте, уважаемые телезрители! Вы смотрите Печорское телевидение. Информация для жителей и гостей нашего города. Доступное медицинское обслуживание в современной медицинской клинике. Консультации узких специалистов. Гинекология, онкология, ортодонтия и стоматология. УЗИ, медицинские анализы, процедурный кабинет. Записывайтесь по телефону 30550. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Стекольная мастерская «Стекломастер» производит качественную и стильную стеклянную продукцию для жилых помещений и офисов. К вашим услугам нарезка стекла и зеркал, изготовление стеклопакетов, аквариумов и террариумов, изготовление триплексного стекла различной толщины, остекление спецтехники, изготовление торгового оборудования из стекла. Адрес: улица Деповская, 19, телефон 4-22-12. Легковой шиномонтаж в Печоре. Быстро, качественно, надежно. Крытое помещение, мойка СТО, низкие цены, снятие колеса от 100 рублей. Ваш автомобиль в надежных руках. Вас ждут по адресу: улица Островского, 52, напротив поликлиники номер 8, телефон 42-900. И это вся информация на сегодня. Не переключайтесь. Впереди прогноз погоды. Партнер программы «Прогноз погоды» – магазин «Грант». Как известно, погода очень переменчива. Для того, чтобы не отказывать себе в прогулках на свежем воздухе, выбирайте правильную одежду. Спешите приобрести стильные куртки, плащи и ветровки из новой весенней коллекции в магазинах «Грант». Новая женская и мужская коллекция обуви. Оригинальные женские сумочки и рюкзаки уже ждут вас в магазинах «Грант». Добавьте ярких красок в повседневные будни. Магазины «Грант», улица Гагарина, 37, торговый центр «Космос» и улица Булгаковой, 19. И о погоде. По данным Печорской гидрометеообсерватории, завтра, 17 мая, в Печоре ожидается переменная облачность, временами небольшой снег, днем с дождем. Ветер северный 7-12 метров в секунду. Температура воздуха сегодня ночью будет 1-3 градуса ниже 0, а завтра днем 3-5 градусов тепла. Уважаемые рекламодатели, разместить информацию в нашей программе вы можете, обратившись в Центр обслуживания клиентов по адресам: улица Островского, 74, и улица Ленина, 16. Телефон рекламной службы 3-56-90. Информация дублируется на нашем сайте www.volna-plus.ru. Вы смотрели программу «Прогноз погоды». В студии была Наталья Чежина. Всего вам самого доброго. До свидания.